просвистит между тостами, там промежутков нет. Наливаем, наливаем, мужчины, наливаем. Первый тост всего стоит. Гагарцы, наливаем. Мужчины, мужчины, будьте добры, поухаживаем за дамами. Я здесь многократно повторяю, что они не всегда меня понимают. Дамам наливаем чашу, себе наливаем вино. Поверьте, результат превзойдет все ожидания. Я так предполагаю, что в принципе те, кто сегодня должны были быть в этом зале, они все сейчас здесь. Поэтому позвольте. Когда у абхазов гость, обязательно хозяин поднимает тост индивидуально за каждую семью или за каждого гостя. Но хоть и зал не полный, все равно есть у меня опасения, насколько это у меня получится. Поэтому, уважаемые гости, это тост за вас. За вас, дорогие гости. Не буду разделять никого, но все-таки есть предположение, что в зале все-таки большинство – это россияне. Поэтому позвольте. Еще раз говорю, если кто-то не россиянин, говоря за гостей, и он в том числе. Но, уважаемые россияне, я здесь часто эти слова произношу. Кто бы как хотел это или нет, это великая страна с величайшей историей. Знаете, русские говорят, сколько бы река не уходила от своего русла, всегда возвращается в то свое большое русло. На мой взгляд, эта великая страна сегодня в том своем большом русле. И дай Всевышний еще сильнее, еще крепче, чтобы стала эта великая страна. Дорогие гости, немного шумнее. Все вместе сейчас. За вас! Россия!